Польша, Вроцлав. Сейчас я еду в трамвае навстречу с городом Вроцлав. Знакомство с городом я начал с Щетинского парка, который находится на пересечении улиц Мискевича и Врублевского, вернее, с уголка парка, который называли садом Дианы. Что интересно, до войны памятник называли группа Дианы. Диана в римской мифологии – богиня растительного и животного мира, охоты, женственности и плодородия, олицетворение Луны. Памятник содержит в себе целую композицию. Древняя богиня держит в руке копье, и ее сопровождают две охотничьи собаки. Она бежит на пьедестале из валунов, имитирующим горный пейзаж. Вокруг памятника высажены хвойные деревья и альпийская растительность. Вот поэтому эту часть парка еще называли садом Дианы. Памятник работы скульптора Эрнст Зегер был открыт в августе 1898 года. В субботу и в воскресенье у памятника звучит охотничья музыка. Но мне не удалось ее слушать ни разу. Просто мы не попадали в это время. Вот и все, что я узнал и рассказал вам о памятнике. О памятнике Дианы.